Министерство внутренних дел уделяет огромное внимание развитию спорта. И готовность сотрудника выполнять свои задачи по предназначению, это без спорта здесь не обойтись. И каждый из нас должен поддерживать форму, чтобы выполнять свои задачи. Наши спортсмены – это образец того спортивного поведения, каким должен быть сотрудник. И хочу сказать, что вклад спортивной команды МВД в общую медальную копилку, которую завоевала сборная команда Республики Беларусь, он достаточно весомый, и мы тому очень рады. И мы делаем все возможное, чтобы у нас в каждом виде спорта был свой представитель, который будет занимать достойное место и прославлять ведомство и страну и дальше в нашем белорусском спорте. Эти соревнования были очень важны как для меня, так и для всей команды, потому что соревнования проходили у нас дома в Беларуси, и мы хотели всей командой выступить достойно. И я очень рада, что у меня получилось выиграть, и стоя на пьедестале поднимался наш белорусский флаг. Я этим горжусь. Очень всем благодарна, кто за меня болел и меня поддерживал. Огромное спасибо моим тренерам, что верили в меня и в мою победу. Сегодня очень знаменательный такой день. Нас поздравляют Министерство внутренних дел. Отдельная благодарность им, то, что про нас не забывают, помнят и всегда чествуют. Я думаю, что это не последнее мое достижение. Я буду двигаться дальше, чтобы приносить славу белорусскому спорту и также, в частности, Министерству внутренних дел Республики Беларусь.